У нас сегодня проводится процедура компьютерной диагностики кожи. Проводим сканирование. Мы хотим выявить бактерии, которые влияют на высыпания, которые у нас имеются. Жалобы уже около полугода. Процесс занимает определенное длительное время. Идет анализ в разных спектрах. Процесс идет дальше. Процесс идет, мы не двигаемся еще. Так, вот то, что мы получили на мониторе уже. Вот. Ну и сейчас уже будем анализировать. Это надо 5-7 минут компьютеру, чтобы провести экспресс-анализ. Вот так проходит анализ. Он высчитывает все показатели, высчитывает все точки, проходит каждую пору. Вот, где ультрафиолетовый спектр, он там уже проводит свои более глубокие анализы. Ну, это время надо, поэтому просто ждем. После анализа мы уже здесь уже видим определенные моменты, которые он начертил. И для этого нам нужно будет вывести все на принтер. Так, выводим. И у нас здесь есть все показатели. Так, ну и вот все, что мы видим. Да, акне у нас, бактерии есть, поэтому будем назначать лечение. Ну, оставим еще компьютер для более глубокой диагностики. Что у нас здесь показывает еще? У нас здесь есть по поводу увлажнения. Мы не проводили, поэтому у нас график пуст. Вот, для этого у нас есть специальный аппарат, который подключен к этому же аппарату большому, да? Вот. Но мы не проводили, потому что кожа и так сухая. У нас клиент, он у нас не умывается с утра. Так? Да. Да, к сожалению, это так. Никакой крем не наносит, поэтому нет смысла. Будем давать рекомендации по домашнему уходу. Здесь у нас вот график. Я сейчас не буду все озвучивать, это будет просто очень длительный ролик. Хочу показать другие критерии, другие показатели. У нас здесь есть кожа очень чувствительна. И вот самое то, что мы видим даже, то есть невооруженным глазом мы всего этого увидеть просто не можем. При диагностике мы это все видим. Да, ну и шероховатость, сухость повышенная. У нас сухость равна 60%. То есть это то, что показал, то есть даже без датчика. Датчик показал бы, может быть, плюс-минус, больше-меньше. Но я думаю, было бы меньше. Но у нас дефицит на 60%. Мы уже сориентировались, какую процедуру будем проводить. Вот, у нас будет лечение ELAS акне кожи, это лазерная машина. Ну, я думаю, мы ролик снимем, но уже тогда попозже. Ну, а по поводу диагностики, я тогда выставлю результаты уже сегодня, уже будет в ленте.